Так, мы сегодня находимся на территории гостиницы Adama The Bells. Краткая экскурсия будет у нас сегодня. Отель очень хороший. Приятное, хорошее обслуживание. Это наш ресепшн. Хорошая зеленая территория. Также есть зона для детей. Корпуса находятся по левую и правую сторону. Номера подороже находятся ближе к территории бассейна. Красивая территория, ухоженная зона, пальмы. Персонал обучен тому, чтобы каждое утро, каждый вечер говорить good morning, good evening. Достаточно неплохие завтраки. Ничего особенного, то есть, в принципе, фрукты, яичница, на выбор, кому что больше нравится. Три бассейна, два маленьких для детей и один такой большой. Вода не слишком хлорированная, чистенько. Имеется душ, так что в любое время можно пойти и искупаться. Это территория, где все кушают, обедают. На этой сцене каждый вечер играет музыка, живая, очень приятная атмосфера. Так что, в принципе, гостиница очень хорошая. Думаю, что тянет на четверочку с плюсом, даже я бы так сказала. Завтрак у нас уже закончился, поэтому блюд показать особо нечего. Так что, в принципе, можете смело приезжать на Гоа, в эту гостиницу. Я думаю, что все останутся довольны. Хороший отдых для детей. Приятная атмосфера и незабываемые впечатления. Всем пока!